Добрый день, товарищи. Ну что, началось? Третья мировая. Сосед сегодня с утра подходит, говорит: Саня, началось. Говорю, что началось реально? Не пойму. Я вроде бы с утра нормально все, вышел на работу, все дела, ну как обычно. Вроде все спокойно, ну помимо прилета, да, под Днепром ракета. Говорю, что началось? Третья мировая, Саня, началась. Все, пипец. Что-то в мире творится, нужно готовиться. К чему, говорю, готовиться? Ну, я надеюсь, говорю, на лучшее все-таки. Как бы надежды есть. Надо готовиться к атомной войне. Мол, так и так. Вы знаете, держу себя на позитиве и в тот момент понимаю, что чем-то человек тоже прав. С одной стороны, никто из нас не знает, что будет дальше. Но в любом случае, как я уже говорю, что все равно я надеюсь на лучшее, реально. Мы все надеемся на лучшее. И что будет, будут люди адекватные, в конце концов. Потому что сейчас творится, это, ну, ни в какие ворота не лезет, честно сказать. В городе спокойно на сегодняшний день, на эту минуту, да, сейчас около 2 часов дня. Тихо, спокойно. Все по своих заботах мотаются, машины ездят, люди ходят. Как будто и нету ничего в целом. Это меня радует. Но мы все прекрасно понимаем, что... Меня вообще смущает тот факт, что все ближе и ближе раздаются взрывы. Тот самый марганец. Раньше за него не слышно было вообще. Сейчас там, ну, творятся... Неприятные моменты. Не то, что неприятные, а реально война. Никополь тот же. Там, ну, просто пипец, я не знаю, держитесь там. Ну, это просто жестко, там очень сильно жестко. И у меня такое впечатление складывается, ну, оно и видно, наверное. Вот я смотрю по новостях, по всем вот этим... новостным каналом там, и тоже YouTube рассматриваю. Ну а что, надо понимание, чтобы было с разных сторон, да. И я вижу, что прифронтовая зона реально подбирается все ближе и ближе к Днепру. Это меня не радует, честно сказать. И все равно я надеюсь на лучшее. Я верю, что все будет хорошо. Ну и что нам остается? Верить и надеяться на лучшее. Всем добра, мира над головой. Мира во всем мире, короче говоря. Надеемся, что все будет хорошо. Всем на связи, всем пока. С вами был Александр. И до новых встреч на моем канале, друзья.